Всем привет, с вами Максон. Сегодня у нас вот такая вот распаковочка. Тут у нас такой вот силиконовый чехол для пульта от монопода. В общем, тест будет в видео. В общем, я втыкну данный, точнее, пульт для монопода в этот чехол. Вот у нас тут находится. Давайте я распакую. А вы насладитесь этим видео вот под музычку, как я распаковываю данную посылку. В общем, открываем наш ключ-нож и поехали. В общем, вот у нас вот такой вот силиконовый чехол. Тут у нас отделы для кнопочек. Вот стоит данная посылочка почти там $1. 90 с чем-то центов. В общем, уберем этот мусор весь так. И, в общем, сейчас будем тестировать. В общем, так вот немного тянется. И, в общем, вот мой пульт для телефона. Ну, чтобы делать фотки на дистанционном расстоянии. В общем, давайте сейчас засунем. В общем, я засунул его. В общем, очень сложно засовывается, но так вот надо постараться. Тут у нас есть вот такой вот отсек для кнопки включения. Так вот все вот хорошо нажимается. Давайте включим сам Bluetooth. Так, на Bluetooth у нас тут вот все начало работать. И теперь вот, к сожалению, подключить я сейчас вот не смогу. Ну, в общем, вот сам чехольчик подходит. Так, можно на сам монопод одевать. Вот давайте, у меня нет монопода сейчас с собой. В общем, вот так вот натягивается на монопод и можно вот щелкать. К сожалению, в чехле не придумали то, что на ключи там можно вешать на что-то еще. В общем, нету тут такой вот у нас выемки. Ну, в принципе, если была бы даже, то нам бы никак бы туда не смогли бы засунуть этот пульт, потому что он бы как-то выходил бы. Это вот писюлька. В общем, выключаем. В общем, такой вот у нас чехольчик для пульта. В общем, ссылка на него будет в описании. Всем пока, с вами был Максон. Всем удачи!